Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Super Power Simulator. Для этого переходим на мой личный сайт, также ссылка на него, как всегда, будет в описании. Перед началом, если у вас нет никакого чита, заходим во вкладку Exploits и скачиваем чит от Fluxus. На данный момент работает только он, а все оставшиеся читы на этом сайте, к сожалению, не работают. А также видео прикреплю о том, как его скачать, как получить ключ. В принципе, сложного там ничего нету, я думаю, посмотрите и поймете, как что делать. А дальше, после того, как скачали чит в поиске, пишем нужный нам режим, нажимаем поиск. И на данный момент есть только один скрипт на этот режим, потому что режим новый, буквально недавно вышел, и успели на него сделать пока что только один скрипт. А значит, чтобы его получить, нажимаем кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Мы его копируем, заходим в игру, открываем чит, в чит вставляем скрипт и нажимаем кнопочку Inject, то есть ввести. И ждем, пока заинжектимся. Так, все, инжект вроде бы как прошел. Короче, смотрите, когда пропадает вот эта надпись Inject Fluxus, то, скорее всего, у вас получилось заинжектиться. А дальше нажимаем кнопочку Запустить и смотрим. Да, скрипт запустился, все четко. Так, открываем его полностью. Функций здесь, в принципе, довольно много. Давайте начнем с самой первой. Это автоквест. Мы ее включаем. И, как я понимаю, скорее всего, эта функция работает как? То есть она за вас берет автоматический квест. И после того, как вы его выполняете, она автоматически его завершает. То есть для этого нужно включить Strange Farm, Defense Farm и Agility Farm. И как видите, все эти три функции, все три значения, они вместе работают, вместе фармятся. Я думаю, в принципе, это очень четко. Потому что я думаю, если без скрипта это делать, то вы будете какое-то только одно значение себе прокачивать. А тут сразу за один раз прокачиваете три значения. Так, давайте попробуем его сдать. Нет, почему-то не получается. Скорее всего, мне что-то другое нужно сделать. Ну ладно. В принципе, автоквесты можно выключить. Они особо не нужны. Так, идем дальше. Здесь есть автоапгрейды. Значит, где у нас прокачка? Вот здесь у нас прокачка находится. И если у вас хватает монет, то вы можете автоматически какое-то значение себе прокачать. Вот я не знаю, где здесь получить монеты можно. Потому что у меня, к сожалению, их не хватает. Но до записи видео, когда я проверял, эти функции работали на автопрокачку, если у вас хватает определенное количество монет. Но, как видите, у меня их нету, к сожалению, показать не смогу. И оставшаяся функция — это телепорт. Мы можем тпхнуться сюда. Это чтобы... А, это тпхаться можно на этих мобов и тем самым, короче, их убивать. Но, к сожалению, единственное, что вы тпхаетесь на вот этих мобов, но автоматические удары у вас не работают. И вот это очень плохо. Потому что вам придется самим нажимать на эту кнопку. И также другой телепорт тоже на моба какого-то. А, это не на моба, а на игрока. Но, как видите, игрока я убить не могу, потому что он находится в сейв-зоне. То есть, если бы он был не в сейв-зоне, то я бы смог его убить. Вот как-то так. В принципе, буду на этом заканчивать. Вот такой крутой скрипт я сегодня для вас нашел. Кому он понравился, можете поставить лайк, подписаться на канал. С вами, как всегда, был Acebun. Не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него, как всегда, будет в описании. На этом все. Всем удачи и пока.